16 ноября прошлого года на торжественном вручении 18-й ежегодной латинской Грэмми, проходившей в Лас-Вегасе, прозвучали имена тувинских музыкантов. Народный Хюмейджи Тувы, директор Центра тувинской культуры Игорь Кушкендей, стал обладателем музыкальной премии Латиноамериканской академии искусств и науки звукозаписи в категории «Лучшая современная песня», как соавтор композиции «Сомаса Нормалис», которая вошла в одноименный дебютный альбом известного на весь мир профессионального музыканта «Резидента». Tres ojos, cuatro orejas, mucho pelo entre medio de las cejas. Данную композицию творческий союз «Резиденты» и фольклорный ансамбль «Чергилчин» записали в 2016 году в студии записи Центра тувинской культуры. Выпущенный в 2017 году альбом «Резиденты» получил большое признание от музыкальных критиков, завоевав два латинских Грэмми – это «Лучший альбом на испанском языке» и «Лучшая современная песня». В связи с командировкой в КНР Игорь Кушкендей не смог лично принять участие в церемонии награждения в Лас-Вегасе, но заветная статуэтка Грэмми прибыла к правообладателю по почте 5 марта. Я, конечно, очень горжусь своим народом, горжусь предками, что оставили такое искусство. И, конечно же, это же не только мой, а вот заслуга нашего народа, успех это нашей республики.